Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе побывал с визитом на Аравийском полуострове, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Визит длился 2 дня, и результаты у него ощутимы. Во-первых, удалось договориться о визовых послаблениях с Саудовской Аравией и о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами. Может показаться, что это небольшое достижение, но этот регион очень популярное туристическое направление. Второй момент – это инвестиции. Арабские инвесторы традиционно проявляют интерес к инфраструктуре других стран, строительству и транспорту, и управляют при этом фондами на сотни миллиардов долларов. Если хотя бы часть этих денег придет в Украину, наша инфраструктура, например, портовая, получит возможности для быстрого развития. Були досягнуті домовленості, що саудівські компанії, які вже зараз мають дуже позитивний досвід роботи в Україні, прийняли рішення збільшити вдвічі обсяг інвестицій. Крім того, інвестувати в портову інфраструктуру, брати участь в приватизації, яку, я сподіваюся, вдасться запустити після прийняття Верховною Радою закону про спрощення процедури приватизації і забезпечення збільшення її прозорості.